Привет, друзья! Наступает Новый год, заканчивается старый. Две вещи я хотел бы пожелать вам. Я коротко уложусь в минуту, может, полторы, так что не волнуйтесь и не переключайтесь сразу. Первое – это я хочу, чтобы все, кто заблуждается, прозрели. Да, неважно, каким образом вы заблуждаетесь. Конечно, я думаю, что другие заблуждаются, другие думают, что я. Все мы так думаем друг о друге. И хорошо бы, чтобы заблуждающиеся прозрели, а те, кто за деньги вводит людей в заблуждение, те должны понести суровое наказание. А второе, я на себе понял, что я вдруг потерял всякие в жизни цели. То есть ты за рутиной, ты сначала обозначаешь себе цель, ты к ней идешь, по пути разгребая огромные завалы, а в какой-то момент ты занят только тем, чтобы разгребать завалы. И если приподняться над этими завалами, то увидишь, что цели нет уже, или она куда-то сместилась, или вовсе исчезла. И вот эта вот потеря цели – это довольно сильный удар по психике, мне кажется. Вот, я себя на этом поймал, и я желаю вам, чтобы вы не теряли своих целей или держали их всегда в фокусе вашего внимания. Ну и вообще, чтобы вы были счастливы. Будьте здоровы, берегите себя, берегите близких, сохраняйте психическое здоровье, физическое здоровье и постарайтесь быть счастливыми. Пока.